また V だった。お千年決戦編、あ、第3弾や。シュー、お満開、悪化の咎め、お、うん、月下十字章、なるほど。おお、итак, вот и новая ТКВ-витрина. А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфур, и добро пожаловать в новости по Bleach Brave Souls. И сегодня прошел стрим у Club Games, Bankai стрим, и на нем показали новых ТКВ-персов. А, там есть такая штука, как дата 21 июля, но это, скорее всего, как из перевода вышло, это Bankai стрим в честь третьей годовщины. Вот. А вот это, то, что вы сейчас видите на экранах, это новые ТКВ-персы. Это у нас Рукия в Bankai, Ренджи в своем Bankai и, естественно, Ичига. Я наполовину расстроен, хотя я сильно расстроен, потому что, ну, сами понимаете, я... Мне надо открывать банкена, который будет в конце апреля, если это следующая витрина X2. А судя по первым ТКВ, которые появились в конце вторых, если вы понимаете, о чем я, то банкен, скорее всего, с Унаханой появится в конце вот этой витрины. То есть в конце месяца, в конце апреля. И это означает то, что я не собираюсь открывать вот эту витрину, так как мне нужен банкен. Пофиг, что здесь даже Ичига, но его я открою в следующий раз, когда он появится, 20 какого-нибудь июля, скорее всего, после степапов, в конце уже следующий, последний, 4-го раунда манги. Ну, вот, ждем геймплеев, статов, и пишите в комментариях, кто будет открывать, сколько орбов будете тратить, как вы думаете, сколько у вас есть, и будете ли вообще открывать, да. И нравится ли вам то, что будут именно эти персы. Я бы очень хотел Рукию и Ичига. Ну, Ренджи, хотя, если он будет с Флури, то МБ я бы его и захотел. Нет. Ладно, на этом все. Вот такое коротенькое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Следуйте по всем ссылочкам, которые есть в описании. И обязательно смотрите видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи и всем пока.